Привет, друзья! Сегодня покажу вам свою косметику, что у меня здесь в Турции есть. Так что поехали, давайте будем начинать. Начинаем вот с этого уголочка, поскольку он такой один из самых, честно говоря, важных. Во-первых, у меня всегда хранится вот такой пакетик. Это пакетик с нашей кофемашины. Я выгружаю сюда кофе и делаю себе такой вот домашний скраб. Наполняю сюда вот этим натуральным кофе уже использованным, да, ну, который с кофемашины, да, и добавляю туда различные масла. Обязательно нужно добавить какое-то базовое масло, это масло авокадо, либо масло виноградной косточки, можно оливковое добавить, я добавляю обычно оливковое, и какие-нибудь масла типа апельсина и лимона. Вот у меня получается такой скрабик. Дальше, что у меня тут есть из также... еще из косметики. Значит, купила здесь в Турции L'Oréal тоник. Обычно здесь я покупаю либо Neutrogena тоник, либо вот L'Oréal. Стоил он $4, если я не ошибаюсь. Вот. Такой достаточно большой объем. Ну вот, стандартный тоник. Дальше тоже L'Oréal-овская. Вот такая утренняя умывалочка, умывалка пилинг. Люблю ее использовать именно с утра. Дальше. Крем Mary Kay. Там Time Wise дневной. Он у меня уже заканчивается. И умывалочка для снятия макияжа. Тоже Mary Kay-евская. Вот. Дальше, что у меня тут еще есть? Есть Mary Kay вот такие вот серумы. Сейчас вам их покажу. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот такие вот серумы. Это серум Time Wise с витамином С. Наношу ежедневно его вечером перед сном. Что делает витамин С? Делает кожу более такой, знаете, улучшает цвет лица, осветляет кожу, насыщает различными витаминами. Это очень полезно. Дальше у меня здесь стоит краска палет, которую я буду завтра краситься. 10/1. Всегда в Турции покупаю именно этот оттенок, потому что он здесь всегда есть. Именно из светлых. Это единственная краска, которую здесь можно купить. Дальше. Всегда в Duty Free приобретаю себе вот такой скраб. Это марка Rituals. Замечательная марка. У них очень крутая косметика. Такая, знаете, аюрведическая. Очень прекрасная у них для тела есть мисты, масла, скрабы, крема. Вот мне очень нравится их вот эта вот коллекция соляных скрабов. И вот такой соляной скраб с белой солью я приобрела. Стоил он где-то в районе, наверное, 16 евро. Очень-очень его люблю. Дальше, что у меня тут еще хранится? Браслет мой Пандора лежит и палочки ватные. Дальше, конечно же, гарнир мицеллярная водичка в большом объеме 400 мл. Всегда мне на месяц нужно обязательно. Дальше, обычная зубная паста и вот такое вот мыло. В Турции, когда я нахожусь, мы всегда только таким мылом пользуемся. Это знаменитая турецкая марка, и мне очень нравится у них вообще оно такое мягкое мыло, не сушит кожу, и очень приятный аромат. Есть у них аромат бодрум мандаринка, вот мне нравится еще чешме лимон, есть океанический, вот я люблю более что-то такое цитрусовое. Дальше у меня есть маска для лица от DSM. DSM — это косметика израильская, профессиональная, аптечная, которая продается в аптеках, и это вот такая маска с, получается, с грязями Мертвого моря. Дальше для волос у меня Pantene. Маслица для волос, которую наношу после мытья. Дальше, вот так вот, чтобы вам лучше было видно, Глискур у меня спрей фиолетовый для волос, интенсивная терапия. Дальше сухой шампунь от марки Urban, это турецкая марка, которая выпускает очень хорошие сухие шампуни. Дальше вот такой дезодорант от Be Beauty, такой приятный довольно-таки аромат. И... дальше от марки Be Beauty также у меня есть вот такое кератиновое восстановление для волос, вот такая маска.
Очень приятная, классная маска. Вообще у Бибьюти, у этого бренда очень приятные упаковки, хорошие цены и очень качественная косметика. Дальше, поскольку я очень люблю все с мандаринками, апельсинками, вообще такое очень люблю кисленькое что-то, да, как вот мыло, так и я люблю кисленькие гели для душа. Поэтому всегда стараюсь что-то покупать либо с лимоном. И вот нашла такой гель для душа с мандаринками. Очень понравился. Классный. Вот будете в Турции, обязательно себе такой найдите. Так, что еще? Лак для волос есть. Тоже покупаю в Турции. Он у меня всегда здесь в Турции дома хранится. И ватные диски такие тоже турецкие. В принципе, все, что вы видите здесь, это все куплено в Турции, кроме DSM маски израильской, которую я покупала в Минске в аптеке, и кроме Mary Kay. Все остальное абсолютно было приобретено в Турции, и всегда у меня здесь как бы дома находится. Если заканчивается, то я покупаю здесь в Грацисе что-то еще. Сейчас покажу вам еще масочки для лица и продукты. А, давайте масочки покажу, наверное. У меня здесь сбоку хранятся, как обычно, вот такие маски, тряпочки. Такие масочки я обычно приобретаю в магазинах Gratis, либо Watson. Значит, вот такая коллагеновая масочка, тряпочка. Дальше продукция фирмы Watson. Вот эти вот очень люблю их маски, они в районе 1 доллара, 1 евро стоят. И вот такие вот в Gratis я всегда беру алоэ ампулы. Вот эти вот очень хорошие, очень насыщенные. Советую взять такие с алоэ. Они сейчас стоят 1 евро. И вот всегда беру в Ацене вот такие. Коллаген тоже неплохая, но здесь чуть меньше эссенции, чем вот в этих. Они прям совсем-совсем такие влажные, прям по 40 минут влага никуда из них не выходит. Так, дальше еще у меня есть масочка. Вот тоже ее делаю. Обожаю просто вот эту масочку. Она с вот этим вот тайским фруктиком. Боже, такая классная, такой аромат потрясающий. Так что вот такие масочки у меня всегда здесь тоже хранятся. И такая полочка у нас здесь в душе, в которой стоит La Petite Marseillaise. Вот такой гель для душика тоже с яблочком. С яблочком я не очень люблю, но у них очень хорошие, очень приятные гели для душа, которые, в принципе, не сушат кожу. Дальше вот эта турецкая марка Inekta, которую я вам всегда очень советовала, в своих влогах показывала. Они стоят просто копейки, и у них большой объем, полмиллилитра. Обязательно, вот будете в Турции, обязательно сходите в Gratis и купите себе вот эту вот коллекцию, вот эту линейку. Это шампунь, это кондиционер, также у них есть маска, есть ампулы для волос. Просто потрясающая марка, и стоит это все безумно дешево. Она натуральная, на 90% это органичный продукт. Просто супер. Моим блондинистым волосам это очень крутое спасение. Дальше здесь у нас такой вот утренний тоже ритуал. Мы можем просто умыться утром нейтроджиной. Это для мужчин и для женщин подходит. Вот такая просто умывашка от нейтроджина. Утренняя хорошо очищает. Ну, еще такой есть шампунчик от марки Pantene. Тоже приобретал вместе с маслом. Вот такой был комплект масла и шампунь. В принципе, тоже неплохой, насыщает волосы хорошо. Но вот эту коллекцию я люблю больше. Вот этой коллекцией всегда в Турции я пользуюсь. Также еще могу приобрести какой-то кондиционер от Gliscor. Он у меня тоже обычно периодически есть, но сейчас уже закончился. Gliscor'ом тоже люблю пользоваться.